А представьте, пожалуйста, как ваша фамилия и имя? Фамилия Шаваев Алим. Алим, да? Алим, вы от этого концерта что ждете? Хорошего настроения, чего еще? В общем, ну, я люблю музыку, я был на их концерте уже в Москве, и сейчас просто Нальчики тоже посмотрю. То есть вы поклонник группы «Назаре», да? Тут половина зала, я так думаю, пришли просто потому, что в Нальчике... Да, масштабная группа. Ну да, я старую музыку, я такую люблю, в принципе. А как вы думаете, рок жив? Ну, для меня, да. Так тут большинство людей так уже, в принципе, не воспринимают. Спасибо большое. Надо жетон получить, сейчас мы решим этот вопрос. Ванда. Милана, фамилия? Карданов. Милана, ты поклонница группы «Назаре», откуда узнала? Ну, вообще, моя мама очень... меня с рождения учит этой группе. Я всегда любила эту группу. И как я вот буквально с роддома, она меня везла под эту музыку. Вообще, я их сама большая поклонница и даже ихних техников знаю. И вообще, мне очень хотелось бы сказать спасибо организаторам. Они очень молодцы, то, что организовали такое шоу. А кого? Маккаферти, наверное, больше? Нет, ударника. Отлично, молодец. Где людей запускают? Имя, фамилия, пожалуйста. Шимухов Ислам Анатольевич. Ислам, вот вы сегодня на концерте на «Заре», давно ждали приезда? Ну как, давно ждем, конечно, давно. Такая довольно-таки старенькая команда. Это вообще первая команда, которую я слушал. Рок-команда. Первая команда, которую я слушал. Ну что, они мальчики? Не а, да, пошли, А вот это что у вас, смазанная рубашка или а мы их встречали. Мы их встречали, то, чтобы трофей, мы их встречали, когда они вышли прям с автобуса и сами расписались, сами набросили. Молодец!
You wonder if you
Thank you.